А ты за нее отвечаешь. Тебя тоже Аня зовут? Нет. А как тебя зовут? Саша. Саша. А ты тоже Саша. Вы вот это друг за другом вдвоем хором разговариваете. Вы, наверное, близнецы? Нет. 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 Саша, а сколько тебе лет? 6. 6? Аня тебе? 9. Точно не близнецы. Сашка, когда у тебя был день рождения? Зимой. Зимой? Значит, скоро будет снова? Понятно. А что ты такой суровый? На всякий случай? Да? Аня, он как, тебя слушается вообще или не очень? Не слушает? Он балуется. Балуется? Саша, это правда? Ты балуешься? Да. А ты вообще как он балуешься? Расскажи. Не хочет он. Я руки тебе не буду, она зубы не чистит. Ты зубы не чистишь? Нет. Она... Выдали друг друга. А что? Ну вы же справитесь. Нет, ну она... Иногда же чистишь, правда? Понятно. А что он делает такое, расскажи. Уроки не хочет учить? А что ты не хочешь? Когда говорят, уроки делают, он не хочет делать. И смотрит телек только. Ух ты! Рейнджеров. Рейнджеров? А это кто такие, расскажи? Самурай. Кто? Самурай. Самурай? Ничего себе. И ты хочешь быть самураем, наверное? Слушай, он золотой самурай. Слушай, Саш, ну самураи же, наверное, читать умеют вообще. И руки моют. И руки моют тоже, и зубы чистят. Серьезно. Сашка, а ты буквы хоть какие-нибудь хоть знаешь вообще? Да. И какие? Ты в первом классе учишься? Да? И какие ты буквы знаешь? Свое имя можешь написать? Не можешь? Некоторые буквы знаю. А какие? А я могу написать. Ну, понятно, в 9 лет, конечно. А Анина имя ты можешь написать? Можешь написать Аня? Там легко, там только 3. Можешь? А ну-ка напиши. Вот напиши мне, пожалуйста. Вот, буковки вот, только. Держи. Держи. Саша, возьми. Напиши. Ты что, стесняешься? Первая буковка. Давай вместе писать. А я тебе потом напишу, как твое имя пишется. Чтоб ты запомнил. Как думаешь? Он стесняет такой. Саша. Ну, не хочешь, не пиши. Такое дело, ладно. Так и быть. А ты что, календарик съешь? Или как? А ну, покажи мне, что там нарисовано. Ну, покажи. Ну, а рейнджер, да? Покажи. Ну, пейзаж.